Великая Отечественная война – это печальная симфония, исполненная кровью и страданиями. Под пеленой тумана скрывались истории тысячи жизней, которые с гордостью сражались за свою страну и за свои семьи. Война затронула каждую семью, оставив в ее сердце бессильную боль. Жены молились за мужей, отправленных на фронт, не зная, увидят ли их снова. Дети росли в тени войны, лишенные радости детства, узнавая лишь о горечи потерь. Но даже среди адского пекла войны зажигался огонь надежды. Это было невероятно тяжелое время, которое позволило нам обрести то, что мы имеем сегодня. И не зря мы подобрали автомобиль ГАЗ-М20, именуемый «Победа», ведь именно он символизирует восстановление автомобильной промышленности СССР после разрушительных последствий войны. В течение всего времени производства ГАЗ-М20 прошел большое количество модернизаций. Сегодня мы имеем в распоряжении ГАЗ-М20Б. Это у нас кабриолет, автомобиль без крыши. Интересным фактом является то, что сегодня мы уже привыкли к тому, что кабриолет – это символ стиля, достатка, но в те времена это была необходимость. Недостатки металла, и именно поэтому автомобили выезжали прямо с конвейера без крыши, и каждый владелец такой машины мечтал о том, что когда-нибудь здесь появится настоящая полноценная металлическая крыша. Также в подтверждение тому, что такие кровавые события Великой Отечественной войны не смогли сломать дух наших людей, является то, что даже во время войны разработка этого автомобиля не прекращалась, и уже спустя год после окончания войны «Победа» увидела свет. А еще существует достаточно популярная легенда о том, что изначально автомобиль планировали назвать «Родина». Но после того, как Иосиф Сталин узнал об этом, он спросил, сколько же будет стоить «Родина». И после этого было решено переименовать автомобиль в «Победа». День Победы! День Победы! День Победы! Первый вопрос. Есть какая-то история по этой машине? Может, это приобретали ее, как-то делали? Ну, конечно, большое желание было. Долго искал. Ага. Потому что у деда такая была машина, правда, с крышей. Товарищ меня нашел. Сын помогал в восстановлении. Лет 5 ушло на это. Я работал. Вот на пенсии катаюсь в свое удовольствие. И людям приятное делаю, и себе. Да, нет, такая машина на самом деле прям удовольствие кататься. Вы говорили, здесь мотор стоит от Волги, да? Да, Волги 24. Я смотрю, гидроусилитель есть. Нет. Нет? Червяк. Он прям легко так поворачивается, вот. Интересно вообще. Так рассчитан килограмм силы. Вот это вот поворотник, я так понимаю, да? Это поворотник, это дворники. Ага. Две скорости. Это забрало. Это забрало для обдува в салон? Да. О, вот. Интересно. Ну, здесь половина со Шкоды Октавии, сына. Сиденье удобное. Было, да? Да. Здесь вообще-то диван должен стоять. Ну да. Он очень неудобный. Я 1,86 м ростом, тяжело помещался. Ага. Я его снял. Не, ну на таких сидеть, да, поприятнее гораздо. Да, и сзади поприятнее сидеть. А, и задний диван тоже от нее, да? Родная только спинка. В общем, можно, в принципе, все это восстановить, да. И без особых проблем. Компания ProTuning поздравляет вас с великим праздником, с Днем Победы!